Приветствую всех любителей Авито объявлений. И сегодня я раскопал, точнее, я давно знал об этой теме, но я ее вот не прорабатывал, не раскапывал. Эта тема просто отвал башки, честно вам скажу. Это ебаный пиздец. Я просматривал ее вот не далее, чем пару дней назад, уже готовился к записи, но наебнулась у меня портативная звуковая карта за, блядь, 300 рублей. Китай, дядюшка Ляо, дал гарантию, сколько, 3 года, но это говно, блядь, развалилось за год, поэтому... Уже вторая, кстати. Поэтому пришлось срочно бежать за звуковой картой, но сейчас, надеюсь, со звуком нормально все ли, и лучше, чем раньше. В принципе, я очень долго тестировал всё это поебень, и в итоге вот пришел к такому результату. Ну а теперь Авито. Я перебрал все объявления в этой категории, да, и они просто отвал башки, вот, по-другому, вот, вот здесь вот куча марок, но нам нужно не вот эти марки, а вот сюда, сюда смотрим, опа, другая, и смотрите сразу, ебать мой хуй, броневик нахуй, продается, реквизит Безумного Макса, да, кстати, здесь... Если кто надумает снимать Безумный Макс в России, но я думаю, в России будет не Безумный Макс, а ёбнутый с такими вот машинами, вот просто, или Безумный, не знаю, Макс, это как-то по-иностранному, Безумный Стас или как-то так, не знаю, короче, ребят, ну, смотри, сразу броневик, блядь, я даже марку такую не знаю, Пинцгауэр, блин. Ну, короче, отличное состояние. Я вообще охуе. Вот, сразу, с пылу с жару. Другая марка. Что там еще? Вот. Просто любой открываешь. Ничего не подготавливай. Ну, а просто просмотр объявления и... Просто вот, что горник на авто. А, да, блядь, ну это не та категория. Да, ошибается с категориями, но иногда просто такое тут кидает. О, нихуя, мусоровоз. Мусоровоз, ребята, ебать. Или это нет, это насадка мусоровозная. Продам фаун-установку. Ебать, теперь я буду знать, как это по-научному, ребята. Короче, заебением мусоровоз и можно, блядь, реконструкции миссии GTA делать просто. Или просто, не знаю, собирать контейнеры, нахуй. Сука, это опасное дело. Это такое же опасное дело, как с маршрутками, блядь, с маршрутом своим. Ебать, фаун-установка. Охуенно. Вот просто, вот здесь просто дичь в каждом объявлении. Сюда я не часто заходил, но вот начал раскапывать и просто... Эй, я не буду приближать эту фотографию. Там, блядь, нехороший сайт написан. Смеси. Смесь, или что там? Смеси. Сме... А, соли. А, морская соль, да, морская соль. Но я не буду... Я даже закрою это безобразие, потому что все знают это до ума. Ну АК, блин, ну это АК, блядь. Какая? Я не знаю, здесь еще в эту категорию попадают владельцы, которые это не посмотрели в паспорт транспортного средства и еще не определились, что у них за марка, или у них шильдик спиздили, не знаю. Ну это Таврия, блин. 6000, это вообще говно какое-то. Да, по всей России смотрю, потому что в Москве вообще ничего нет, и по всей России в этой категории всего максимум 1500 машин. Ну, пазик. Хуеть, просто все в перемешку. Ебать с маршрутом, ребята. Там уже пассажир еще прилагатель, кондуктор, водитель. Тоже, блядь, это же... Это, сука, пиздец, как опасно. Просто с маршрутом едешь. Берешь, набираешь пассажиров и везешь их хуй знает куда, я даже. Сюда даже можно вообще набить всю целую рабочую смену завода. Просто везешь их в неизвестном направлении. Так, что это? Это коляска, это инвалидка. Моргуновка. Ну, это, в принципе, да, это подпадает под другую марку. Ну и сколько, нисколько. Ну, в принципе... Можно привести ее нормально составить. Так, там Жигули какой-то. Это что за дичь, блин? Похоже на... Что за бред, нахуй, вообще? Ящики. Опытом 4 штуки. Ну так иди в ящики кидай, а не сюда, блин. К
КамАЗ, ну КамАЗ, что на них смотреть? Ищем, ищем дичь. Я знаю, она тут есть. Я ее находил, но потом из-за этой звуковой карты ее потерял. Нихуя, блин, нихуя себе, какие фото. Давайте увеличим. Епт. Что там? Я вижу Авито только. Что продают? Сортира ментовоз. Прицеп манипулятор. Нихуя, блин. Сортира ментовоз. Что-то странное там. Это что-то связано с полицией, что-то. То туалет полиции, значит. А, сортировать металл. Вот, правильно. Ну, очень странное такое сокращение. Так, смотрим. Ну, это где-то, по-моему, это картинка ли дичь? Картинка ли дичь? Что это? Где это? Земельный участок. Да, не, ну да, попадается сюда. Но это не та категория, блин. Это же бред вообще в другую категорию кидать. Эти покупатели потенциально будут в своей категории сидеть. О, какая. Ну, это же Митсубиси, ну, ебаный ты рот. Митсубиси. Их, да, теперь стали так называть. Это не пойдет. Да, кстати, если видите свой город, тоже обязательно лайки по традиции ставьте. Если тем более знаете какую-нибудь из машин. Но это, ну да, это ЕРАС, его уже давно нет, как и этих рафиков. Они все другие. А, нет, рафики есть в отдельной категории в Авито. Ну а ка, блин, чё, как можно не знать свою марку? Так, что там, броневик какой-то опять, ребят, опять. А, это, блядь. Это после встречи, наверное, с броневиком. Это битое говно как. Ой, американский тягач. В кашу просто. Наверное, это реквизит одного из какого-нибудь видео на ютюбе с фурами, которые, бля, ебать. Давайте дальше. Вот, вообще просто дичь. В каждом объявлении почти. Что это такое? Плитка? Какая нахуй плитка, блядь? Дайте что-нибудь на колесах, блин. Ну, это мы, это сейчас я вспомню. Я помню. Ниса, вот. Ну да. Ну, они уже все ушли. А, это сейчас тоже вспомню. Вспомню. Здесь, кстати, можно поупражняться в этой категории. В марках в это, в это вспоминании или в угадывании или узнавании. Баркас, да, Баркас 1000. Все, я вспомнил. Или вы. Не, я вспомнил раньше, но забыл. Жигули. Дрифтовые Жигули. Пиздец какая-то. Да ну нахуй. Жигули, кидай в Жигули, блин. Там потенциальные покупатели твои. Так, что там такое? О, я это где-то видел. Это китайский, да? Прокатных. Что? Что? Так что за машина? А, самоделка. Ну вот, да, самоделок тут тоже навай. Это вообще, это. Это какой газ? А, донор. А, ну так это же похоже на китайский лимузин какой-то. Я он и думал, что это он. А это вот типа газ. Жопа. Только другая. Ну прикольно, прикольно. А чё ж ты продаешь? Ты самоокупаемость. Значит, нихуя не самоокупаемость. Да и кто за это будет платить 1,5 миллиона? Так, Волга. Опять чё, автобус так дешево, охуели, что ли? Чё, не совсем уже? А. Ну, не, без маршрута не пойдет. Ну, лимузины нахер, и так с ними. Воу, чувствую, просто вот. Безумный Макс пошел. Самоделки. Вот этими самоделками вообще полна российская земля. Да, блядь. Ну а хули, дорог нет, только направлений, как говорится. Что там, еще самоделка? Ух, блядь. АК. Вот. Просто, ну это такие классические, а есть же там и не классическая такая дичь. Сейчас найдем. Ну это старый, ну это старый, блин, какая-то даже. Так. Грузовичок, ну на КамАЗах уже вряд ли. А, это такой. Ну это уже запчасти. Куплю разбор. Так, уже, кстати, смотрите, уже обратите внимание. В некоторых
некоторых местах настала зима. Уже очень сильно гнет четвертую свечу, заебись. Луазики, луазики, инвалидки. Так. Так, АК, это все не то. Это я не за этим сюда пришел. Так. Так, я знаю, точно, я просматривал, охуевал. Скоро в продаже. Что там? Ну и что, это какие-то вообще какие-то дурные... Дурные какие-то автодилеры такой, что это такое? Даже вот по картинке не понять, что это, блядь. Чё за поебень, нахуй? Чё за хуйня? Ну и что? Ну и чего? Ну это бред какой-то, ёбаный рот, блядь. Какой-то вообще шутка юмора, понимаете? Так, 6 миллионов, ебать. Ебать, ну так и только на свадьбе ведь, как называется-то хоть? Как называется? Хуй его знает, как называется. Если кто знает, напишите тут, я что-то... Я не вижу шильдик, что-то не знаком. Ну яхты, в яхты кидайте, блядь. Ераз, ой, там что-то там. Вахтовый автобус, что ли? О, нихуя, какой интересный экземпляр. Ну это ГАЗ-69, блядь, только другая кабина, блядь. Газ и в газы. Что это, блядь? Что это, блядь, тут? А, ну, участки на машины меняет. Понятно, в принципе. Так, Победа. Мотоцикл, блядь, затесался. Сука, как их не блокируют эти объявления? Я не знаю в других категориях. Затюненный таз. Полный вообще. В хорошем состоянии. Да, она устала, блядь. Это что за 150 тысяч? Что это? Заднее, чё, ну-ка, интересно. Татра, а, ну да. Чё-то я не слыхал, что Татра выпускают легковые, ну да ладно. Так, листаем, грузи фотки, блядь. Чё, про другая марка, это здесь под каждым объявлением всё вообще секрет. Ну давай, показывай. А, ну Волга сраная, хуй с ней, АК. Ну, это... Так, это картинки не рассматриваем. Что тут такое-то? Это что? Это грузовичок, который берет тачки в утиль. Блин, какой же он старый. Да, ЗИЛ. Ага. Не открыл категорию. Ну, а что купил, но не открыл? Сука, да с ним можно таких дел наворотить. Прям берешь тачку и хуяришь в кузов. О, да, вот этот броневичок я видел, вообще охуенный. Но, блядь, я не знаю, ну, все-таки, ну, красиво, ну, ебаный. А, ну, у вас свидетельство есть. Миллион за это. На ГАЗ-66. Красиво, но никто не будет такое покупать. Ну, это только для фильмов, как я вот говорил, для Безумный Макс, Сумасшедший, Чокнутый. И все будут, где только по сюжету, его тоже все будут хуярить там. Допустим, на тех броневиках, а они будут тоже хуярить на, не знаю, на АКе, блядь, с большими колесами. Вот охуенно сюжет, чувствую, скоро снимут. Ифа. Ну, даже не слышал. Прикольно. Так, тазы пропускаем, все пропускаем. Так, опять болотоход. Самоделка, не... Ох, ёб твою мать. 600 тысяч за это, ты чё, леший? А, это, наверное, серийное, поэтому. Пиздец, чё за уёбище такое? Ну, конечно, проходящий, но это же уёбище, блядь. Так. Другая марка. Отгадайте по спидометру. Volkswagen. Да, блядь. Нахуй. Так, баллоны мы не смотрим. Снегоходы. Инвалидка. Ищем. Давай меняться. Да нахуй надо. АК, блядь. Почему тут такие, блядь, одни лезут, а? Я что, не знаю, что это ВАЗ 1111? Ёб твою мать.
меня больше... Это, короче, Сигвей, я так понял. И это, короче, началось импортозамещение Сигвеев, блядь. Смотри, всего 13 тысяч, а от Сигвей там, по-моему, от сотки идут. А, это адаптер. Ну, сука, сделай, блядь, устойчивость и будет Сигвей, нахуй. Пиздец, я хуею, блядь, просто вот. Этот раздел, этот такой ахуй. Жалко, их немного и мало машин добавляется даже в течение месяца. Очень мало. Даже самоделочек маловато. Так. Так, газель. Ну, газель-то я уже разбирал тот вопрос в прошлых видосах. О, нихуя, тройку русскую продают. Да хуй там, блядь, тройку. Лошади-то в другом. О, это... Это я, кстати, недавно узнал, как называется. Жук это. Даже не назвал, сам не знает просто. Москвич. Кусок что-то Луаза. Трокоммерческий транспорт. Так, это что у нас? Что за нахер? Что за квадратная? Авиационная алюминий, дюраль. Вечный автомобиль. Ну что ж, их тогда не производит. А, выдан. Ну, если все как он говорит, в принципе, ну 300 тысяч. Да максимум 70. Хули дюраль, ну и что, блядь, старомодный как-то вообще. А, еще и транзит какой-то. Да хуйня это, наебка, блин. Никто за такую хуйню не будет подписываться. Так, какая-то шутки юмора опять идут. Нет, мы не за этим сюда пришли. Рафики, да, охуенно, сука, почему же они все ушли? Все устарели. Инвалидка. Так, ну где же самая дичь? Я знаю, я ее видел. Что там вообще просто такая отвал башки. Ну, где? Я верю. Бетономешалка, заебись. Трактора. КамАЗы, ПАЗы. Это вообще, блядь, не то. Это хуйня какая-то. А, подождите-ка. Может быть, он реально самоделку сделал? Чё пиз... Чё за пиздобольство этих машин вообще, блин, по пальцам пересчитать? А, он четверку придает. Только картинка, только фотоаппарата нет. О, нихуя тут, блин. А, ну что это вообще? Паккард. Ну, я так и думал. Ну, культурная ценность оставь себе. Так. Это чё? Это КРАЗ, что ли? Да, КРАЗ. КРАЗ с краном. Лесовоз. Так, смотрим, листаем. Так, я верю, я знаю. О, заебись, кстати, вот на таких с Владивостока гонять тачки японки. Круто. Но категория нужна и куча всего. Это что такое? Серьезно? Да вроде да, это же не военная. Точнее переделана, но. Но с ним заебаться можно, да, вообще. Для поиска, да, самовывоз. Не, ну а чё, это же пушки нет, ничего нет, все просто гусечная техника. Вот, Сигвей, да, вот я говорю, вот там русский Сигвей почти за 13, а тут от сотни, блин, за ур продает. Сигвей вездеход. Я вообще думал, они по 300 рублей, ну, по 300 тысяч, но, видимо, подешевели. Так, график. Так, смотрим. Смотрите, уже сколько страниц прошло. Ну, потому что я не стал отбирать, потому что лучше так вот, чисто. Электромобили всякое. Горбатый. Давай еще фоточки. Куда ты что-то не грузишь, фоточки? Это плавающее что-то. Плавающее, точнее, утонувшее уже, блядь. Еще раз вездеход, блядь. Так, мотоцикл. Это уже я, это так, это жук только с пикап. Так, это какая-то четверка.
Что-то вообще без стекол. Чё вообще умершие Жигули? Так, о, что это? Еб твою мать. Чё за нахуй? Не, ну вроде что-то серийное. ГВ самолета. На нас снегоход. А, не, ну это серьезно. Не, ну в музее, ребята, в музее авиации Монина, я думаю, такое принято, я хую знает. По крайней мере, нечто подобное там есть. В принципе, отдал музей бы, что-то продаешь-то. Нахуй кому это нужно? Это культурная ценность уже, как там где-то. О, ну это да. Но это уже никого не удивишь, да, если даже его разыгрывают. Спущено все, да, блядь. Уставшая, плавающая. Так. Но, тем не менее, купить можно. Ну, трактора. Так, так. Машины, машины. Где еще? Опять нихуя. Это один тот же вездеход 50 раз послал. Как будто больше шансов будет. Так. Еще. Еще. А если без фото еще это снять галочку, то вообще будет навал. Ой, еп, то ебать. Блять, мало того, что АК, так еще он как-то задом наперед ее одел. Чё за нахуй, блять? Чё за ебаный рот, блять? А, может, он просто стоит? Или предел? Нет, она приделана или стоит? Не, вот. Блин, нет, она приделана вроде. Да, да хуй его знает, какая-то пиздец какая-то вообще. Ебанистика просто, ребята. На запчасти. Вместе с основным, так. А, да, вот тут я смотрел уже, да, кресло, блять. Азимут. Заебись. Ёб твою мать. Кандидат, короче. Я смотрю, на который безумный этот Макс, ёбнутый Макс, будет съебывать от равы других машин. Блядь, пиздец. Господи, ну для села, для деревни. Это ж лучше, чем бухать, блядь, каждый день. Лучше самоделкой клеить. Из того, что было запчастей-то дохуище везде. По-моему, даже бесплатно. Ебать. Везде пройдет. Супер, супер внедорожник. Да, на Марсе. Обязательно. Только спрячу его в гараж бы. Чё это, кстати, за тачка такая? Вот, ай, блядь, инвалидка. Только какая-то не такая. Самодельная, ёптышка. Без документов. Так его скоро социальные службы. В Москве тем более. Я не знаю, это он где. А, ну он на участке. Ну, бля, такое забирают сразу, нахуй. Сейчас даже с номерами, блядь, забирают со всеми делами. Это Богдан. Да. 12-й, нормально. Сейчас очень жестко, даже Жигули там все там, двери открыты, там что-то вот так вот, капот открыт, что-то там. Зеркала нет, колеса нет, все пиздец забирает даже с номерами. Ищи свищи, блядь. Чё за нахуй? Другая марка. Болид, формул. А, ну это типа серийный электромобиль. Ну первый не значит лучший. Так, чё это? Это что, на колесах он сам ездит, блядь? Я знаю, раньше были палатки на колесах. А это, блядь, какая-то кирпичная хуйня, блин. Постройка. Пиво разливано. Ну, дальше разливай. Так, это что? Даже не могу определить марка. Какая марка, блядь? Какая марка, сука? Бро, я думал, это... как он, такой редкий рафик, но от нихуя не... А, да, вон там написано. Фу, бля, ельны. О, нихуя, смотрите. Это значит распродажа броневиков. Охуенная тема, только не таких.
там есть получше. Так. Здесь, кстати, это не его цена, это значит по объявлению. Номер объявления, короче, я так понял. Они так шифруются, или цена его, хуй его знает. По какому, да, а, добавочный здесь. А, ну понятно. Нет, там, короче, было одно объявление, где в цене был сам номер телефона. Ой, блядь. Красиво, сука. Только что кривой такой какой-то. Бля, ну это для активного отдыха. Бля, ну не знаю. Скорее для каскадерских каких-нибудь мероприятий. Так, это что там за марка такая? А, это. Это, я забыл. Этот шильдик знаю. А вот это еще, блядь. О, ну это хоть красиво снято, но это. Угу. Ну так он, да, может быть где-то появлялся. Но в итоге продают кризис хули, ребята. Можно разжиться охуенными вещами, ебать. Хуль только кадры из видео. Плавающее что-то. Это раз, да это картинка или нет? Нет? Ух ты какое. Ладно, ну, Lamborghini. Nissan. Ну и поставил бы его в Nissan, блин. Так. Так, Луазик. Везде хочу самолет продать. Да, была, кстати, история с самолетами, что-то там. Авиахим работа. А, так опасно, в принципе. БМВ. Злой. Злой уставший БМВ. Вездеход. Другая марка. Какая марка? Это свеженький. Это Жигули свежие. Какой 97 год? Это 2012 сам последний. А, вот это вот. Я помню, смотрел. Другая марка. Ну, ёпта, это те. Лень было выйти сфотографировать ее. Чё за ёбаный бред вообще? Или ты соседа сфотографировал, типа. Такой прикол, когда типа звонишь, типа говоришь адрес, осмотр на такой-то улице. Низкую цену ставишь, и куча людей приезжает к соседской машине, блядь. Рассматривает, сосед нервничает, отгоняет всех и прочее. Так, это Атизик, Ниса. Другая марка. Что это за марка, интересно, ребята? Под диван похож от этого Мазерати, что ли? А, ёпта, Джули ебаный, блядь. Опять вездеходы просто. Ух ты, ну это в этом есть еще какая-то эстетика. Глазеть прошу воздержаться. Ну хорошо, поглазели, дальше идем. Чё тут у нас? А, целое, блять, здание столовой. Да, походу просто никого нет рядом. Кому оно нахуй нужно в такой-то глуши? Так, ой, Ниса немножко ослепла. Чё-то приуныла Ниса. Пиздец страшная. Пиздец. Аж без окон, она же сняла давно. А, вот эти броневики, которые нормальные, а не тот пиздец. Вообще бомба просто. Сам безумный Макс захочет. Охуенный. Так, уже 14-я страница. Так, это вездеход. Это вездеход я видел в движении. Он относительно серийный. И пиздец лупоглазый. Он, кстати, на испытаниях застрял. В броде. Так что он нихуя не проходим. А здесь что? Здесь что-то какие-то унылые американские марки. Виллиса. Да. Приуныли сильно. Очень сильно.
Так, это тоже, в принципе, ну не совсем такая самоделка. Пять палатка, блядь, да где палатки на колесах-то уже все продают цепь. Хуеть-то, посмотрите, а это рекурсия просто. Там объявление на фотографии еще. Победа, водовоз. Что это? Опять автобус. Еще никто ляс не продает, не знаю. Себе все оставили. Так, так, так. Ижи. Ой, что это? А, это ТАСС. Совсем пиздец, совсем раздроченный нахуй. Еще и... Ага, женские имена, как обычно, ставится, чтобы для привлечения внимания. А, вот хитрый телефон, смотрите, видали, бля? Видали, учитесь, ребята, как надо это обхитрять Авито по телефону. Ну и даже на фотографии телефон. Ну вот это вообще первый раз такое вижу. Ну, типа автокран, типа, да. Только цена, наверное, на белорусских рублях. Так, это чё? А, DAF снова, я думаю, чё такое. Так. Дальше, дальше, дальше. Их дохуище просто, ребят. Просто дохуище. Это раздел охуенный. Так. Американский чё-то пригонит. Другая. Так, так. Кусок какой-то. Электро, другая десятка. Так, в принципе, нет, еще я знаю, есть какие-то. Вот были Штейер 220, что-то интересно. Газ состоян, двигатель газ. Ой, армейский КамАЗ. Теплый кунг, ну заебись. Так, так. Раф. Ой. Нихуя, это что, детская? А, нихуя. Как обдували. Машины нет крыши и дверей. И вообще-то... Пиздец. Зато на разварках. Биты еще напишешь. Хуё, блять, это что, ездит? Это ездит? Ебать, блять, сарай на колесах. Ебать, сука, блядь. Ебать. Безумный Максу точно будет понравиться. Короче, блядь, бочки с бензином в кузов. И вдоль, блядь, пустыня. Даже нет, даже вот вдоль замерзшего Байкала. Гонка. Сука, охуенный сюжет уже придумал. Вот просто все машины скупают и просто хуярят по льду. Когда там зима. У них же лето, это же, блядь, в Америке, блядь. А у нас зима будет. Так что вот так вот. Ух, тоже, да, охуенный броневичок. А чё так дёшево-то, пацаны? И даже любому по карману, надо ебаться с ним надо много. Просто и все там же пушек-то особо не было безумно Макси, там все живой силой кидали. Ебать. А, ну это АА, который там с американского списан по лицензии. Так, 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 так. Ой, что это? Ух ты, какой грозный. Достроен. Ну что за, сука, ебаный бред? 2 миллиона, да ты чё смеешься, что ли? Прицеп, блядь. Гнилые, старые, приунывший виз, совсем приунывший. А чё за это, коляска с этим? А, нихуя, нихуя, ребята. Самодельный, ну это и понятно. Хули варить только что там нас сварить там расчертить и все будет охуенно. Так, бартер, не бартер, нам еще куча вездеходов,
Так, что-то еще такое жареное, жареное, я знаю, я знаю. Ну, бля, ну это банально, вот так вот. Еще обратить внимание, какие года пишут. 13-й год, 15-й. Блядь, свежие автомобили все, я ебал просто. Дома, дома, так, еще что-то. 15-й год, ну охуеть теперь. Да, ну просто на шасси ставят, хули. В принципе, в Америке давно такая культура этих бигфутов, так называемых. Ну а у нас по-русски вездеходов, блядь. Так что, ух ты, кран. Кран старый, старый, еще в старых фильмах снимался. За 500 тысяч. Пиздато. Так, Богдан, АК, АК вот просто попадает. Так. Еще жареного что-то. Опять это. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай, давай, давай. Так. Что это так? Что это там такое? Кто это? Это мотоблок? Да. Мотоблок. Кусок причем от него. Так. Нихуя себе, у вас теплица. Заебись. Так тазы еще не делали. Есть, конечно, виз, но это не виз нихуя. Так. А это что за марка? Баркас? Не ра, не баркас, не раф. Барка. А, ифа. Если не баркас, не раф, то ифа. Не ирас, то ифа. Сарай, блядь. Это значит такой пиздатый автобус. И там приуныл в траве что-то там. Ух, пиздец. Так. Жигули, Жигули. Я чувствую, скоро раздел кончится. Так, фура. Блин, перескочил. А перескакивать тут нельзя. Ух ты, ебать. Ну вот. Броневик из труб, нахуй. Для отдыха. Да мне кажется, с таким это где-то надо в глуши отдыхать, где нет дорог. Иначе на такое выехаешь и все, пиздец. И будет не до отдыха. Тоже самодельно. Красиво. Точно к фильму готовят. Вот, бля, буду. Монстр. Просто и просто. Я бы назвал это вообще чистильщик или как-то так, блин. Можно его назвать, точно лучше станет. Так. Ну, заебись, заебись, что все делают. Охуенно, так. Ах, это еще опять рекурсия, кстати, бля. Он добавил Авито в Авито, чтобы оно было там. И стал столько прихуярить монитор. Монитор. АК. Эвакуатор. Так. 20-е. Ух ты, ебать. Ракета просто. Просто ракета, блядь. Гоночная. Катархия. Да просто катарсис, блядь. Понимаешь, вообще. Ноутбук. Вообще, бля. Так. Ну, вездеходы серийные не особо интересны. Так. Ныса, ну, в принципе, уже сколько она пиздит. Так, это 22-я страница. И давайте до 23-й, чтобы для той так уже много напиздел. Так. Все, что-то банальное пошло. Это что это? Что это там смайлик такой? А, не смайлик нихуя. Где-то вот я знаю, я помню точно, есть такой ёбаный пиздец, что я просто охуел и забыл, где он даже. Сразу память отшибла. Где-то он, где-то рядом. Я вот, может, 25 страниц просмотрел. Квартиры, блядь, продают, обменяют на машину. Охуенно бы. Броневички.
Круто вообще так броневик купить, но мне кажется, он не та не кажется, ну не настолько круто, как кажется. Так, луазики, хуязики. Рафик, ну как без рафика, это вообще поздние все только. Нихуя. Это еп твою мать. Еп твою мать, у меня больше других слов нет. Эй, сука, не надо видео, а то вообще авторские права, сучонок, зае. Ты чё, ёбу, да нахуй ты Калину разрезал. А Калина, блядь. Что за ёбаный нахуй? Это ж как надо упороться нахуй. Сука, блядь. Сука, блядь. Это вообще не приколы, блядь, с этих каких-то сайтов. Ты нахуя Калину разрезал, блядь? Я хуею, блядь. Только чисто, чтобы ржали над тобой, блин. Унижали, блядь. Только для ржача создан авто. Еще смайлик надо большой, блядь, на двери повесить. Ёбаный рот, вот это вот. Да, вот такой типа пиздец. Я видел, но еще вот что-то вот. Охуй. Это точно из Безумного Макса. Там была такая тачка. Сука, ну все нашим надо по-любому снимать. Ебанись. Ебанись просто, а? Какалина. Поняли, ребята, Акалина. Я в шоке. Я в шоке нахер. Да, пизда. Вот, короче, такой раздел. Что просто там отвал башки. Да, какая. Бля, пиздец. Ну еще раньше автоэкзотика была, сейчас для тех, кто не знает, скажу, что этот проект закрыт, и как бы это название и инфраструктура и этого проекта продается там хозяином, потому что он покинул страну, что-то там покидает, что-то не знаю, нихуя себе, блядь. Комбат. Ну хоть серийная. Заебись, но не за 10 лямов. Так. Ну что ж. Жигули пошли какие-то. Что такое? А, кажется, я знаю. Что это, да? Да. Я именно имел эту машину. Ебать. Иж называется, ишака нарядили. Ёбаный рот, блядь. Тюнинг ваза. Стекловолокна. Какой нахуй первый тюнинг? Что за херня вообще? Что это вообще такое? Да. Так. Собственно, Мерседес еще. И осталась карета. Какая-то уж уже сколько уже страниц-то, все обошел, все самоделки по всей России усмотрел. Так, еще, о, смотрите, как раз 30 будет для ровного счета. Сейчас Феррари. Так, это. Так. Луаз. Вот я ее ждал, вот. Охуеть, бля, охуеть, блядь, сарай, нахуй, курятник на колесах, газинваген, а, я ее уже раньше видел, но все равно, блядь, каждый раз смотришь, охуеваешь. Да, газинваген. И все, и 30-я страница. Все, Луаз, Луаз. Как раз, типа, месяц же объявление держит. Все. Вот, собственно, все самоделки. Еще пару упустил, но, видимо, их продали. Так что вот такая вот дичь получилась. Аж на 45 минут. Благодарю всех за внимание. Смотрите предыдущие видео. И всем удачи. Всем пока.